Приветствую, любительницы и любители всего квадратного и практичного. С вами вновь Эфемер Абстрактный. И сегодня у нас необычный выпуск, можно сказать, предпраздничный, предновогодний, потому что разработчики Portal Knights подарили нам событие. Ну, так же, как и на Хэллоуин, это событие связано с Новым годом. То есть на Хэллоуин это был Хэллоуин, а здесь Новый год. Вот что у нас написано в праздничных порталах. Появился праздничный портал. Кажется, с другой его стороны какие-то люди что-то празднуют. Наверное, надо выяснить, что это за люди и что же они празднуют такого, интересно. Еще хочу оговориться, что Грибной дворец я еще не проходил, поэтому мы постараемся найти именно праздничный портал, а уже отдельным видео я сделаю Грибной дворец. Ну что, отправляемся. Ну вот, я нашел, собственно, портал, который ведет на новое событие новогоднее. Ну вот так вот он выглядит. Выглядит он, в общем-то, точно так же, как и хэллоуинский. Давайте его активируем. Так, сова, ты мне мешаешь видеть. Та-да-да-да. Кстати, событие продлится до Нового года, так что с 1 декабря успевайте. Ну, то есть вот сегодня у меня 7 число, и у меня еще 25 дней. После этого я могу даже сказать вам, что будет. Этот портал будет, ну, то есть он останется, но он будет уже неактивный. То есть, скорее всего, может быть, ну, это так, предположение, на следующий Новый год его снова активируют, но куда он будет вести, неизвестно. Ну, это так, предположение. Ну что ж, вступим с... Ба-бам! Итак, называется местность «Страна зимних чудес». Тут у нас изображена елочка, все дела. Так, мини-дракон-бомбардировщик, снеговик, купонга и голем. Вот какие нас замечательные мобы ждут. Выпадает карамельная палочка, вечно зеленое дерево и ель. А здесь уголь и каменный блок. Как-то не очень, на самом деле, насчет того, что выпадает. Снеговики я уже вижу, они забавные. Черт, почему у меня ночь-то? Ночь это, конечно, круто, если я здесь елочку с гирляндами найду, но... Но в остальном-то... Так, ну давайте попробуем со снеговиками разобраться, они явно... Хотя нет, ай-яй-яй, нет, они агрессивные, агрессивные снеговики! 25 уровня, о господи! Ничего себе! Ну, я так полагаю, что для вас, ну вот, если кто-то будет играть сейчас, то есть для каждого уровня подбирается свой уровень. Ну, я так надеюсь, потому что смысл на 30-м, допустим, 25-й фигачить. Ой, тут еще и голем агрессивный. Ну, что-то... А, он снежками кидается, он по мне не попадает. Ой, голем гораздо опаснее. Снеговик, ты должен быть добрый. Чё ты такой злой? Но зато опыта с них не падает, конечно. Офигенешки. Ай, по мордасам получил от голема. Так, отлично. Голема можно добыть еще. А это что такое? Порванная красная шляпа. Господи, почему она порвана-то? Так, каменный блок, уголь, кусок красного портального камня. Красный портальный камень я еще не находил ни разу. Так, 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 так. Надо будет вот это попробовать после, против снеговиков, вдруг дамажить будет. Так, порванная красная шляпа это ингредиент. Хе, интересно, что же мне это даст. О, у меня еще и снежки есть. Надо, можно кидаться, надо попробовать. Так. Давайте подсветим, потому что я что-то нифига не вижу уже. О, карамелько. Давайте добудем, посмотрим, что она из себя представляет. Карамельная палочка. Угу. Мебель! Это мебель, понятно? Так, вот так, а ты... Купонга, ты чё такой злой в шапке? Забавно. Но вообще, как бы, было бы неплохо, если бы они все-таки переименовали, а не просто переодели мобов. Ну ладно, хоть так. Не каждый разработчик заморачивается на то, чтобы
вообще что-то сделать к Новому году, а не просто забить на все и пойти отдыхать. О, какой домик тут у нас. Из карамельков. Тук-тук, кто в домике живет? Ой, тут житель есть, смотрите. Мчимся мы по снегу. И смеемся всю дорогу. Колокольчики звенят. Радуют душу. Так здорово ехать на санях и петь об этом. Так, окей, понятно. Ну, возможно, это отсылка к какой-то песне, но вот перевод у нас, конечно, Алис просто. Так, в шкафах ничего нету, это не та игра, окей. О, смотрите, кстати, вот. Так, там еще и вода у нас теперь. Господи ты боже мой. Елочка в свечах, это же не пожаробезопасно. Свечи догорят, и что дальше? Елочка зажжется. Так, ну давайте я рискну, наверное, и попробую сплавать внутрь. Ой, тут кто-то меня убиватен. Электрическое желе, уйди нафиг. Уйди, электрическое желе. Кстати, вот тоже косяк после 0.7.0 и 0.7.2 и всего прочего. Монстры, которые живут под водой, они не отображаются на карте. Если другие отображаются, так, я походу отсюда не выплыву, то вот эти нифига не отображаются. Так, ну давайте строить. Ништяк. Ну то есть вода, я думаю, здесь обычная. Не праздничная, можно сказать. Потому что с медузы нам что, ничего не выпало? А, нет, что-то экстракт воды. Ну ладно. Я хотел сказать, что ничего не выпало с медузы. Так, там мы были. Кстати, насчет ингредиента. Возможно, здесь есть какие-то рецепты, с помощью которых можно что-то новогоднее сотворить. Но это надо проверять. Ой, там еще драконы. Так, сейчас я тебя собью. О, снежками я его долго буду сбивать. Ладно, снежки, видимо, придется просто выкинуть, потому что, ну, чё смеяться-то. Так, ага, вот где был вход, я просто его не увидел и так вошел. Так, а ты кто такой с усами? Мчимся мы по снегу. Так, ну это я уже слышал. Так, и все. Да. А мне вот интересно, у тебя вот в подарках что тут лежит? Ой-ой-ой. Ты кого привел мне тут, капуты? Ой, я сейчас так полягу сейчас. Хил! Хиллер! Нужен хиллер! Так, умри, дракон. Снеговик тоже. Да, тяжело, когда ты меньше уровнем. Черт, он меня сейчас так добьет. Ай, снежок прям в глаз. Так, отлично. Ты мне тоже будешь всякую чушь нести? С праздником! Ну, наконец-то нормальный чувак. Торгомат, ура! Почему-то он только афроамериканский торгомат, ну ладно. Ух ты! Ух ты, ух ты, ух ты! Красная шляпа, рецепт, да. Теперь я уверен, что мы сможем сделать из порванных нормальную шляпу. Так, красная шляпа. Изучить! Так, отлично. Так, и я могу вручную, может быть, сделать красную шляпу, нет? Непонятно. По идее, это в броне должно быть. Или иначе.
Ох-ох-ох-ох, как много всего. Да, неплохо было бы вести поиск на самом деле, потому что я даже рядом не представляю, где мне искать красную шляпу. Всякие бомбы, бомбы, фляжки. Всякая всячина. Ткани. Да, очень много всего, но красной шляпы я не вижу. Окей, как-нибудь потом я еще поищу ближе к концу видео и, может быть, найду все-таки красную шляпу. Вообще, конечно, это не круто, что мне приходится искать. Рецепт — зеленый бетонный блок. Да. Праздничная кукла. Эй, ребята, у меня рюкзак уже полный. Так, что это такое? Оранжевый бетонный блок. Ну, это логично. Так, это, короче, в топку. Серый бетонный блок. Ничего себе, это в топку. Это я все видел. Большой фиолетовый подарок. Вот это я понимаю. Разное. То, что это разное, мне не нравится. Потому что разное непонятно. Так, ну я могу поставить. И что? Снова его добыть? Точно. Забавно. Высокая жаровня карамельной палочки. Синий бетонный блок. Господи, чтобы все это вытащить, я прям чувствую, что мне понадобится, я не знаю. Ага, ну это типа мебель. Понятно. Ладно, я с собой возьму. Поставлю возле дома, буду праздновать. Так, ну насчет этих бетонных блоков. Оранжевый бетон. Возможно, они редкие. Как бы. Типа того. Так, ну рецепт я все равно возьму. Возможно, мне удастся... О, у меня аж два выпало. Ничего себе. Удастся изготовить. Так. Жаровня карамельной палочки. Еще одна высокая. Так, у меня опять рюкзак забился. Да что ж такое-то, а? Каменный в топку, зеленый бетонный блок. Так. Так, 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 вот это мне точно не надо. Так, зеленый бетонный блок мы уже изучили. Праздничная кукла, мебель, отлично. Так, торгомат. Вернемся и поторгуем еще. Броня, украшения. Северный олень. Северный олень, не иначе, это у нас новый пет. Купить. В принципе, я могу все это купить, наверное. Да, у меня рюкзак полон. Единственная проблема. Так. Сова, ты, конечно, клевая, но у нас тут северный олень, понимаешь, без обид. О, теперь мы почти новогодние, отлично. Так, надо еще что-нибудь повыкидывать лишнее. Черт, все жалко. Ну ладно, в принципе. В принципе, что? Вот это у нас дофигенюшки есть. Конфету я как-то не уверен, что обычная конфета мне пригодится. У меня вон какие понтовые есть. Кстати, давайте посмотрим, как оно выглядит. О, оно еще и крепится всяко-разно. Забавно. Так. Да, это я сохраню. Ну ладно, будем, значит, забирать по одному украшению. Ну, по два, окей. Так, рога. Наручи. О, какой я модный, это рогатый. И... Олень почти. Так,
Так, штаны остались. Ага. Ну, кстати. Эльфийская шапка, возможно, как раз и есть рецепт. Надо будет проверить, конечно. Не, я лучше в шапке похорошу, что-то как-то с рогами не очень. Ну, я вам показал, что такое рога, по крайней мере. Выкину рога. Так, жилет и... Жалко, не показывается сразу здесь, что... Блин, надо было продавать, а не выбрасывать. Эх, глупый эфемер. Ну да ладно. Так, может быть, ты квест дашь? Нет, не дашь ты нам квест. Все понятно с тобой. У вас у всех на открытых санях по полю катаюсь. Ну вот, теперь эфемер как эльф, да еще и с крылышками. Прям вообще тру-мега-эльф. Рождественский или типа того. Так, я со всеми поговорил. Так, ну с тем я точно разговаривал. Давайте зайдем в дом, посмотрим, что здесь. Я понимаю, что так не надо делать, но что делать? Нельзя просто так зайти в дом и ничего оттуда не вынести. О, кстати, у них еще дофига подарков. Окей. Ох, я в Тарис чувствую, прям по самые эти. Так. Тук-тук. Эфемер идет. А чё у вас дома подарков нет? Что я могу спереть у вас? Ничего? Ну как же так? Ладно, я не буду в этот раз раздалбливать ящики, потому что... Весь смысл раздалбливать подарки киркой. Та-та-та-та-та-та. Так, еще. О, тут кто-то живет. Окей, как скажешь. Так, там еще второй этаж. Блин, ну почему нет ни одного квеста? Я немного разочарован, на самом деле. Еще подарок. Походу больше ничего здесь нет. Так, ну мы, по-моему, оттуда зашли, поэтому... Так, снеговик, я мимо иду. Я мимо иду, иди нафиг ты от меня, господи. Так, вот здесь мы были. Что-то хлев какой-то. Хы. Ну? Ты сказал «му»? Олень, ты же олень, ты не должен говорить ему, ты что-то должен другое говорить, ну, по крайней мере, мне так кажется. Так, вот там еще один домик, от голем отстань от нас, у нас тут праздничное настроение, все дела. Так. Еще один хлев. Не понимаю, зачем. А вон там какая-то башня, давайте на башню сходим. Так, главное в озеро не утонуть. Я пока не готов к погружениям. Я вам тут не в кусто. Так, еще один хлев. Так, тудымс, тудымс. Паскаканто. Че тут у вас за башня такая? Вы что-то от меня скрываете? По-любому что-то скрываете, да? Так. Пещера.
Бочки, спальное место. О, хо-хо-хо. Кто бы это тут у нас был? Ай. Я ничего плохого не сказал про вашего босса. Чё сразу кидаться-то? Давай, оттаивай. Черт, еще один, что ли? Вот и все. Олень, помогай, а то эти капонги меня атакуют. Ай, словил маслину ледяную. Хо-хо-хо! Вы как раз вовремя, невероятно, но эти зеленые обезьяны похитили меня и закрыли здесь. К тому же я потерял большой красный мешок. Не могли бы вы найти его и вернуть мне? Хо-хо, отлично. Большой красный мешок. Черт! Нам нужно помочь Деду Морозу. Так, ну, я найду его, если что, потом. Вопрос, где мне сделать большой красный мешок и вот эту вот красную шапку. Блин, как здесь меняется время суток быстро. О, домик с подарками, ништяк. Ну, понятно, тут, видимо, только Дед Мороз дает подарки. Но я все равно это все заберу, ибо нефиг оставлять вам тут. Так, а что за рецепт выпал? Оранжевый блок. Так, ну значит, осталось не разблокированы только синий, кажется, зеленый был. Остался только синий. Ну еще неизвестно, что Дед Мороз нам даст. Какой мега-тру подарок, может быть. Там. Бычью броню какую-нибудь. Ну а вдруг? Так, так, так. Ага, я все обошел, получается, вернулся к порталу. Куда? Ну, портальной площадке, точнее. Так, вот тот домик мы еще не осматривали. Как-то бы туда залезть еще. Черт, ну мое же любопытство загонит меня туда. Как бы сложно это не было. Я ненавижу разработчиков за вот такие вот переходы. И пропасти, в которые можно упасть. Так, наверное, вот так. Олень, я не знаю, как ты заберешься. Не лезь ко мне, тут места мало. Так, ну второй раз я сюда не полезу, главное не свалиться. Так, тут какой-то опять непонятный хлев. Давайте все-таки бочки пофигачим, потому что может быть. Может быть, внутри что-то ценное. Ну да, размечтался. Кстати, вот это вот реально ценное. Обсидиановых блоков у меня один. В рюкзаке. Ой, не в рюкзаке, где-то в сундуке дома лежит. О, вот они, подарки. Не зря я сюда зашел. Так, ну и, видимо, все здесь. Домик такой такси, скажем. Кстати, там что-то еще есть, кажется. Да, еще один домик. Черт. Я же не могу остановиться на достигнутом. Тра-та-та, тра-та-та. Да, еще один домик, отлично, не зря. Даже два, вон еще один. О. Понятно, понятно.
Так. А, это было лишним. Так, и там он еще, кажется, домик. Так, ну это не домик, а этот. Хлев опять какой-то. А, ну там уже... А, вон там он у нас. Так, главное, чтобы я никуда не упал случайно. Да, ну праздничные мобы, конечно, это забавно довольно. Не, мы здесь были, вот он. Я построил эту штуку. Так, ну что ж, сейчас я прервусь, пойду сделаю на верстаке. Попытаюсь найти вот этот красный мешок. Что-то подобное я видел, но я не уверен, что у меня есть рецепт. По идее должен быть, раз он нагружает меня им. Итак, ребятки, Дед Мороз просит нас добыть большой красный мешок. Я по своей наивности думал, что это пыль огненного рубина. Но, как показывает практика, Portal Knight всегда имеет в виду то, что имеет в виду, ну, персонажи, то есть, которые дают квесты. Если это называется так, то, как правило, это оно и есть, то есть, большой красный мешок. Я еще раз вернулся к Деду Морозу, еще раз поговорил с ним, и он сказал, что он где-то потерял возле дымохода. И вот, как видите, я сейчас стою и наблюдаю этот огромный красный мешок. Я думаю, нам надо туда залезть. Так что, если у вас с этим квестом проблемс, не забывайте посмотреть мое видео, и, возможно, ваши проблемы решатся. Так, как же мне туда залезть-то? Так, ну, ребятки, не извиняйте, конечно, но я поставлю вам тут грязь. Потому что лестница не предусмотрена явно. А летать я пока не научился. Ну-ка, может, ты что скажешь? Ой, как я это ненавижу! Даже все чудовища носят праздничные шапочки, это невыносимо, но если украсть их маленькие шапочки, то они перестанут улыбаться. Что скажете, вы украдете для меня дюжину их шапочек? Порванная красная шляпас. Это сотрёт их улыбки. Отлично. Самое смешное, что у меня уже есть 12 порванных красных шляп. А самое противное, что я нашел, как сделать красную шляпу обычную, надо 24 порванные красные шляпы. То есть, как только я их набью, я, ну, покажу вам, что у меня получилось в конечном счете. Так, ну давайте. Так, как я? Как-то тебя могу взять? Я должен это добыть. О боже. Ах, как это не печально, но мне придется что-то выкинуть. Например, вот это. О, отлично. Ну, вообще, да, вот тут труба. Да, действительно, дымоход, бедняга. Ну, вообще, квест, конечно, нетривиальный. Обычные квесты, которые я, по крайней мере, встречал, были гораздо сложнее. Ну, давайте вначале разберемся с вот этим вот Марли. Ха, они сами напросились. Я нашел это среди мусора. Можешь взять. Ого, ого-го. Ух ты, вот это да. Так. Одна проблема, рюкзак полон. Так, ну мне уже все жалко выбрасывать, ребят. Ну что ж такое-то? Ладно, давайте вот это выбросим. Давай мне свою звезду, давай. Зеленый фонарь в форме звезды. Ура, новый уровень! Е-е-е. Так, ну что-то как-то... Я хочу скорости передвижения нынче. Так, ну меня, в общем-то, не убивает. Давайте больше дамага пытаться наносить. Так, с Марли мы справились. Теперь идем к Дедушке Морозу. Его глубокую-глубокую пещеру, из которой он почему-то... Решил не выходить, несмотря на то, что обезьян мы всяких перебили с его слов. Сапарико! Ура! Я боялся, что не смогу подарить вам подарок. Давай нам подарок. Давай. О, кажется, это другой этот. Красноносый северный олень.
22 уровень. Мне нравится это событие. Давайте еще скорости себе прибавим. Ну, так и быть, чуть-чуть телосложение. Так. Красноносый северный олень. Хе-хе. Так, кстати, надо кольцо... будет сменить при случае, все время забываю. Уж ты какой симпатяга. Он еще так глазами делает, ушами шевелит забавно. Так, что еще осталось нам? Нам осталось сделать шапочку. Так что я еще не прощаюсь, я еще с вами прерываюсь. Итак, как и обещал, сделаем сейчас красную шапку из рванины. Идем в чертежный стол. Заходим в броню, как ни странно, и вот она у нас красная шапка, которая делается из порванных 24 красных шляп. Па-бам! Ну, для вас пройдет несколько секунд, а я буду, видимо, мучиться все 5 минут в ожидании. И, наконец-то, наша шапка готова. Забираем. Так, где она? А, вот она. И одеваем. Ну-ка, как я выгляжу? Оп-оп, вот как. Ну, я думаю, что красная шапка все равно круче, чем зеленая покупная у торговца. Поэтому я ее оставлю. Будем пока у нас Новый год приближается, вот в такой вот одежке ходить. Ну, потом, конечно, я уже, когда праздники пройдут, сниму. И на этой замечательной новости я с вами прощаюсь. Не забывайте заглядывать в описание к видео, оставляйте комментарии, ставьте пальцы вверх и до новых встреч в следующих видео. Всем пока!